Кстати, я был в Питере месяц назад. Это просто финиш. Каждый день дожди. Делать там нечего. Вот именно. Гораздо лучше Москва здесь. Свежо, солнце. Больше нравится. Какие люди. Вау, Лёха! Браца. Добрался, черепаха. Ну как оно? Рассказывай. Что рассказывать? Ну как она? Не спрашивай. Как обычно. Надоело мне все, мужики, надоело. Вы же знаете, ее замкнутая. Подруг нет, поговорить нечем. А на что ты смотрел, когда выбирал? На жопу, что ли? Кстати, фигурка-то у нее ничего. О, чего? Так забирай себе. Забирай себе. Мне бы со своей разобраться, думаю, жрать нечего. Да ладно. Ну, у тебя проблема. Ты знаешь мою? Она шагу ступить не дает свободно. Я даже, чтобы с вами встретиться, должен был позвонить Лёше, чтобы сказать, что да, я с пацанами встречаюсь. Я поменялся, но это невозможно. Она шпила. Ну, хоть не бревно. Мне еще бревно, мне кажется. Да ты что? Да. Давай поменяемся. Бери моё. Попробуешь? Давай. Что, может, махнёмся? Это идея, по-моему. Заметана! Это так, на светлое будущее. В надежде. Пока не готов. Насколько светлое? Я вот не уверен в твоей. Так что... Так что, может быть. Добрый день, миледи. Давайте познакомимся. Ты такая красивая. Меня зовут Валера. Привет, Валера. Это мои друзья. А, меня зовут Алексей. Владимир. Владимир. Очень приятно. Очень приятно. Так как ваши дела? Это много вас стало, нет? Ну, трое. На самом деле, вам ничего не грозит. Да? Хорошая компания. Да. Так, сразу причине к делу. Да? Вы готовить умеете? А что? Готовить умеете? Да, я умею. Вы наверняка любите искусство. Угу. Как насчет театра? Отлично. Я могу вас пригласить в театр Ленком. Вы знаете, да? Это место. Там потрясные спектакли. Сейчас я на минутку, да? Театр посмотрит. Да ладно, все. Я на минуту. Да, пап, я ночевала вместе, да. Да. Папа, спасибо. Да, я сказала, я была в 9 часов утра дома, я уже устала. Я не знаю, ну что вам нужно? Что вам нужно-то, а? Да, пожалуйста, передай маме, что у меня все в порядке, если вы хорошо чувствуете, да. Да, я все, что нужно, сдала, я была дома в 9 утра. Все, пожалуйста, папа, пожалуйста, я уже не могу больше разговаривать. Хорошо, я уже очень устала. Пока. Да? Нет, я сказала, я больше не приду, да? Я больше не приду, чувак, я реально устала, я больше не хочу, понял? Неплохо. Нет, серьезно, это вот так нет. Достало. Это детские игрушки. Итак, вернемся к нашему делу. Какое у вас любимое блюдо? Да хватит, ты пройду. Может, спектакль обсудим? Кстати, сегодня в Линкольне пергюнт. Классный выбор. У вас все хорошо? Все в порядке. У меня сейчас времени уже нет, наверное, надо уходить. Я в туалет сейчас зайду. Угу. Кто со мной? Thank you.
Туалет занят.